Всем привет! Сегодня у нас видео начинается с уборки. Да, Настя? Да. Наша очередь убирать. И в целом не только уборка, но еще и хотим показать вам наше жилье. Отлично. Хотим показать наше жилье в Германии. Временное. Вот. Это кухня. Кухня большая, раковина, стиральная машина, три плитки. Одна у нас была такая же черная, но она сломалась. Нам вот поменяли на белую. Это наш чайник, мы его купили за 10 евро по акции, стоил 20. Потом тут девочка с комнаты себе сделала место для готовки и так дальше. Здесь подоконничек, это сушилка, мусорки у нас отдельно, потому что был конфликт, потом расскажем как-нибудь. Это тоже чей-то чайник, это микроволновка, это наш уголок с соседкой. Это холодильник девочка с комнаты себе перенесла, потому что он ей мешает спать. Это стол, ну, в общем-то, вы все видите сами. Тут вот мы покупали, все скидывали моющее средство. Сейчас Настя моет окна и подоконник. Что вы можете еще, Настя, рассказать нам? Что мы начинаем уборку, купили мы средства, да, вот такие. Это я рассказала уже, да. Большая, сейчас будет все. Ладно, так мне пока пойти показать. Да. Такой коридор. Такой вот вид. Прикольный, да? Теперь тут вещи сушатся. Тут тоже комната. Здесь у Наташи, нашей соседки, орехи. Орехи, орехи. Грецкие. Это, видимо, сбережения. Собирает себе что-то классное. Занимается спортом. Коврик. Все. Вообще, это пожарный выход. Идем в ванну. Заходим. Можем наблюдать, какая тут грязь появилась за неделю. Хотя на протяжении недели каждый старается протирать за собой после принятия ванны, душа. Но все равно, когда живет здесь 7 человек, получается, что очень грязно. Здесь тоже такой подоконничек. Тут мы складываем свои всякие принадлежности. Это одной комнаты, это второй комнаты, а это наши с Настей. А это наши соседки. То есть она против шампуней, против гели для душа. Ну, это, кстати, сейчас не шучу, это правда так. Вот. Умывальничек. Такая вот ванна. Это бойлер. Ну, в принципе, просторно, но жарковато. Сейчас открою, наверное, окно. Одно и второе, потому что тут... Не, ладно, одно открою, хоть проветрится, потому что тут вообще душно. Так. Туалет. Здесь тоже сейчас не особо чисто, ну, вы поняли. Тут только холодная вода. Так что так. Здесь не открывается дверь. Домофон. Так что... О, боже мой. Что там у меня с голосом? Так что даже не знаю, что еще рассказать. Настя уже вымывает сушилку. Воду доставала с нее? Это наша соседка. Он складывает лук, помидоры себе. Прячет под тряпочкой там что-то.
Короче, да. Так что, когда включимся, тогда уже. Да, мы вам еще что-то расскажем. Короче, как вы можете наблюдать, Настя уже здесь все вымыла. Уже нет того, что было тут. Вот. Все вымыто. Последний штрих зеркала. Тут тоже. Тут тоже. А ну как зеркало в камере? Грязное? Да. Да? Наверху. Ага. Так что так. Короче, кухню показать сейчас не можем, потому что там девочка сидит. В общем, Настя молодец. Все краники, все чистое. Все поломывала. Поэтому, ребятки, такой вот у нас обзор уборки Настиной. Теперь встретимся уже в следующем видео. Давай, помахай.